Пруд Черноморец, 30 мая 20-й год. Тут смотрим уловчик. Ну сколько есть примерно штук их? Штук 15. Штук 15 карпиков, да? Да. А на что ловили? На бундюэль. На бундюэль. Ну вот. Кто-то плачет, рыбу не клюет. А вот ребята стоят, хвостей ловят. Все нормально у вас? Нормально. Настроение? Отлично. Ну и все. Хорошо. Пускай другие позавидуют. Пруд Черноморец. Рыбак взял карпика. Ну, килограмм в нем так 4800 под 5. На что поймал? На червя. На червя. Ну, как-то так. Так. Да, ладно. Они сладкие. Да. Так, Черноморец. Смотрим улов наших рыбаков. А на что ловите? Кукурузу. На кукурузу. Вот здесь вот